Yeah. Tell me where the cash at. I've been on a fast track. Shorty want my heart, but I can never backtrack. I just wanna smash that. Hit it, then I pass back. Shorty want my heart, but I can never backtrack. Ну что, всем привет, с вами Сергей Клан. Наконец-то я вернулся с отдыха, грубо можно сказать. И на эту тему сразу приступаем к видео. Что будет в ближайшее время, тематика будет, и что будет в будущем, в ближайшем будущем. Связи с спецоперацией еще. Хочется отметить то, что уже заблокировали Инстаграм, Ютуб, поэтому могут уже в ближайшее время Ютуб заблокировать. Инстаграм заблокировали, и заблокировал Фейсбук. Но Фейсбук пока работает, то блокирует, то опять его обозволит. В общем-то, так-то. В общем-то, пока в ближайшее время будет также записывать все, ну, не знаю, может даже тесты будут записаны, там, если там это читы, может, и свои, может, кинуть там создам, что не знаю, это там как пойдет. Может, там, Telebody Smile, Counter-Strike, Minecraft, Planet Source of Zombies, там, Planet of Town Web, можно добавить, да, продолжу, точнее, и потом уже буду новый контент, после того, как наберем отметку 500 подписчиков, добьем вот эту уже цель, потом уже дальше дальнейшие цели будут, после когда добьем 500 подписчиков, там, 1000, 2000, так, вплоть до 10 тысяч, ну, где-то ближайшие 2 года, там, может, 100 тысяч, и там, и так, когда, и там, может, даже до миллиона, там уже не точно, конечно, 10 тысяч, мне этого не хватит в ближайшее время пока что, в ближайшее время, ключевое слово, да, к этому случаю, в общем-то, ну и, соответственно, небольшие наведения на моем канале, там, ну, это, конечно, мелочи, но все равно стоит их отметить, в общем, и высказать. Буду публиковать свою ссылку, оставлять на группу ВК, на каждом видео, на, повторюсь, и вообще уведомлю вас, так сказать, что я до этого такого не делал, не оставлял ссылку только на канале. В разделе на канале можно найти было мою группу ВК, ссылку теперь будет под каждым видео ее оставлять. Это такое, может сказать, нововведение такое небольшое. Ну и нововведение второе еще, это то, что буду... Создам телеграм-канал, телеграм-канал, да, там уже как пойдет, там уже по случаю, уже по течению времени, в общем, там тоже также буду публиковать, там сначала публиковать на свою основную платформу, основной телеграм, ютуб-канал, на ютуб-канал основную платформу, ну а потом уже буду как и в группе ВК, ну и продолжу, да, еще в группе ВК пока еще ничего не оставлять, там буду тоже уже продолжать, в честь моего возвращения буду теперь и оставлять не только информацию, но и видео публиковать буду, как и было раньше. В общем-то, ну и также в Телеграме. Теперь буду, когда создам свой телеграм-канал, там тоже буду оставлять видео и информировать также. Ну и повторю, будет там либо создам телеграм-канал и телеграм-группу, что, ну, в зависимости там, как пойдет, в общем-то, да. В общем-то, ну и, соответственно, если заблокируют YouTube, то не хотелось этого, конечно, но следует отметить, что нужно использовать VPN. Как полгода назад, примерно 7-8 месяцев назад, может даже чуть больше, 9-10, ну, где-то 7-8 месяцев назад я делал видео, VPN там оставил точку доступа, она оказалась нерабочим сразу после того, как записал видео, там уже через время там оказалось, когда проверил, все оказалось нерабочим. Ну, в общем-то, это видео, надеюсь, это если VPN все настроит, там если будет все рабочее, то сами все будет работать, то опубликую на канал. Ну, сначала видео выйдет Майнкрафт, да, тоже будет Майнкрафт, прямо все, и, в общем, это тоже возвращаю контент, там, если мой Майнкрафт, в общем, буду, да, собственно, вот, то есть, и, соответственно, после этого первого видео буду, с этого уже, как бы, без гончей буду уже наставить VPN, без гончей, да, в общем, запишу Майнкрафт, и буду без гончей уже, там, наставить безграничный VPN, можно сказать, да, уже, ну, точно, чтобы работать, стоя на операционной нейтральной операционной системы Windows и MacOS. В общем-то, ну и все, поинформировал, дальнейшую информацию ждите в группе ВК, пока потом в телеграм-канале, когда создам канал. В общем, и видео, повторюсь, выйдет сегодня или завтра. В общем, если вам понравилось это разговорное видео, и мое возвращение в целом, и мое видео вообще в целом, извиняюсь, подскажет, в общем, да, ну, всем спасибо за просмотр, с вами был Сергей Гейвплей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось, ну, все, всем пока, с вами был Сергей Гейвплей.